Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Кот-дремот стал как-то кошмарным. Он попил из лужицы странной, и глаза его загорелись, и в три раза выросла челюсть. Зарычал он страшно и сразу, рык его услышали разом. Все, кто жил на этой планете, все закрыли окна и дети, спрятались под кровать. Кот вышел погулять, рядышком ни души, но кот поить спешит. Миссии хочется посмотреть, охотится, как кошмарный кот-дремот. И она к окну ползет, потихоньку встает и глядит из окна. Во дворе никого, и она темнота. Его только хотела она уползти, как перед лицом зажглися фонари. Киси сразу как забежала, и на пол скорее упала. Кот проткнул стекло своим когтем и залез в окно, видит локти. Под кроватью кот без напряга отшвырнул ее и беднягу. Киси взял и в пасть ее мигом, как закинет и дальше с криком. Начал разрушать все владения, ищет кушать, но не везение. Солнце встало и осветило, монстра в котика превратило. Кот... Как-то в цирк прислали коробку, кот-дремот тащил ее ловко. Дверь ему открыл рогата, и была слегка грубовата. Взяв коробку, дверь перед носом хлопнула у кота вопросы. Где оплата за ту доставку? Кот уходит точно в отставку. Рогата быстрей коробку взяла, и пока нет людей, ее разодрала. А внутри сияющий холодильник манящий. Вот теперь мечта сбылась, и рогата понеслась. Наготовила вкусных десертов, тортов, вот и праздничный ужин для цирка готов. Холодильник поставила все и сама, платье выбирать себе она пошла. Как вернулась, все позабыла, холодильник она открыла. Он пустой, рогата зверей, кто украл все, тот пожалеет. Закатила страшный скандальчик, чуть не скинула всех подлальчик. Только вдруг из комнаты с криком выбегает Джакси со скрипом. Прям за ним бежит холодильник, и сожрать его хочет сильно. И не нужно всяких опросов, ясно, кто все съел без вопросов. Ночью в цирке бродила, и котенка внутрь пустила. Он сидел один на крылечке, под дождем мяукал сердечко. Помнит жалость, и она ловко молоко нашла и коробку. Накормила, спать уложила, на диван легла и закрыла. Тоже свои глаза, только вот чудеса. Котик совсем не тот, за кого выдает. Изо рта дым селится, помни, не шевелится. Вышел в коридор и вмиг комнаты нашел другие. Мяу-мяу под дверью крокоте пищит. Она дверь отворила и вот уж лежит. Дальше зубы лыкина рядом тоже лежат. Видят сны и удивительно храпят. Кот и всех тащить попытался, но не смог и чуть надорвался. Он не взял на руки сначала и понес к себе до подвала. Тут из комнаты Джакс выходит, и все спящими он находит. Видит вдалеке монстр, помнит, тащит Джакс за молот огромный. Со спины кота как шарахнет, отлетел тот, но рот распахнут. Только
Аджакс уже подготовлен. Скотчем был тот кот остановлен. Упомни день рождения, ура, ее все поздравляют с утра. Подарков надарили, к торту приступили, а Кейн скачил и вышел, но куда? И видят, что он тащит презент. Упаковку сняли в момент. Это чудо-горка, на нее все ловко влезли, это супер уикенд. Но только вдруг она жила и в один миг всех сожрала. И захотела горку уйти, но не знает, что ей не пройти. Двери открывает, только выхода нет. И тут слышит, помни, хочет дать ей совет. Необычайно, но увидел как-то Кэтнэпа. Котик цвета весь фиолета, ходит всех вокруг, вырубает газ из ротика, выпускает. И конкурента дух Картун почуял вдруг. Надо перехитрить и его устранить. А Кэтнэп тем временем видел своим зрением, что ловушку Картун Кэт сделал, но это секрет. Картун вырыл огромную яму и в ней разместил гнездо миленьких голубей, а сам спрятался в ветках деревьев и ждет, когда фиолетовый сюда придет. Тут Кэтнэп решил приколоться, подбежал к яме и мнется. И как прыгнул вниз, что мультяшный, чуть не рухнул с дерева страшно. Подошел он к краю и смотрит, там Кэтнэп лежит, будто мертвый. Картун Кэт решил растянуться и передней лапой коснуться мордочки кота Фиолетта. Только тот предвидел и это, рот открыл и дунул на Кэта. Тот проспал всю ночь до рассвета. Спортзала много упражнений скачала. И давай фигачить железо, мышцы сразу все как полезли. Стала там такой фитоняшкой, Джаз за ней идет как дворняшка. Но рогату это задело, и она решилась на дело. Травы она взяла два. Помни, выпила едва, закружилась голова. И решила домой она сразу бежать. Как пришла сразу там, брякнулась на кровать. И проснувшись с утра, только глаза открыв, все в округе услыхали ее крик. Толстая она стала очень, пальцами все тычут, хохочут. Джаксу стрёмно с такой девчонкой, он теперь с другой компаньонкой. Попался в цирк нечаянно, он пробрался, как
обратно выйти не знает, осмотреться не помешает. Топает он по коридору, видит вдалеке чью-то ссору. Побежал узнать, что за место, только вот не ждали здесь Геста. Рогат сразу плюх в обморок, прямо тут Джакс ее подхватил, за ноги подтащил, дверь открыл огромную и рогату томную протолкнул скорей туда, следом прыгнул и беда. Вроде бы мимо них недовольно прошла, сайрен дверь постучал, а в ответ тишина. Сел он рядом и стал их мучительно ждать, но они ему не станут открывать. Джакс достал фонарик из сумки, светит в темноту и не думал, что наткнется он на страшилу. Каупма уж зубы сточила, голод у нее очень жесткий. И подходит монстр громоздкий, но рогата так заорала, что дверь мигом с петель упала. Это сайрон снес ее разом и увидел Кауфму сразу. Что-то в сердце перевернулось, Кауфма ему улыбнулась. Омни и рогата поплавали, собрались, но нужно лишь малость отыскать и не ошибиться. Дверь, что приведет их к водице. Побежали по коридору, влево-вправо и до упору. Отворили дверь, там водица, и теперь пора охладиться. Платьишки сняли враз, кинули медный таз и сразу воду прыг. Счастливы стали вмиг, плавают, играются, ни о чем не парятся. В это время Джекс пришел, утащил таз и ушел. А девчонкам пора уж давно выходить, но не могут они голышом ведь ходить. Неприлично, но стали они замерзать, думать начинают, как себя спасать. Помни, круг проткнула и сдула, и вокруг себя обернула. Для рогаты шторки сорвала, платье новое намотала. Вот идут они, мечтают, Джексу как они наваляют. И тут видят, Джекс притомился, рядом с тазом спать завалился. Тут девчонки не они положили и в бассейн его опустили. Помни, заболела в пустоте, одна летала в полной темноте. Теперь с температурой лежит и пьет микстуру. Щелкнула вдруг что-то в голове, прыгнула она на потолок, разорвала. Хватит его.